подписывать на канал Мыло.О. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор арахисового растительного масла 50 мл. Добывают арахисовое масло из плодов семенных орехов арахиса. Это масло применяется в кулинарии, медицине, косметологии. Свойства применения арахисового масла таково. Стойкий омолаживающий эффект и устранение морщин. В масле арахиса объясняется наличием ретинола, то есть витамина А. Масло имеет уникальные питательные и регенерирующие характеристики, оказывая омолаживающий эффект при сухой и увядающей коже, особенно нежно напитывает и омолаживает нежную кожу вокруг глаз. В состав масла арахиса входит йод, цинк, кальций, железо, медь, калий и другие ценные элементы. Одна только чайная ложечка этого масла вмещает недельную норму этих полезных веществ. Арахисовое масло защищает волосы и кожу от агрессивного воздействия внешней среды. Диетологи советуют употреблять арахисовое масло внутрь для терапии сердечных заболеваний. Масло арахиса применяется в изготовлении мыла с нуля и из готовой мыльной основы. Этим маслом обогащают косметические средства для кожи, массажные кремы, антицеллюлитные комплексы, а также шампуни и бальзамы для волос. Так как масло гипоаллергенное и не раздражает слизистые оболочки, его добавляют в любые смеси. Масло авокадо хорошо защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, потому и обогащает и средства для принятия солнечных ванн. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем масло арахиса нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!